Всем привет, это канал Котики на Котике. Сегодня мы будем снимать еду по фьюжике. Да, бутерброд для Киры называется, да? Да. Заодно испытаем вот этот ножик, да? Да. Приготовление. Что нам для этого понадобится? Мне понадобится для этого вот эта колбаса, вернее... Салфеточка. Салфеточка, вот это... Мясо. Мясо. И потом нам понадобится хлеб. Хлеб у нас есть, мы все закупили, да? Да, мы все закупили, а масло мы взяли. Вот, и масло мы взяли, не переживайте. И масло мы тоже взяли. Ребенок не останется голодным, и мама тоже, да? Да. Кстати, мы приехали специально к маме, потому что здесь просто отличный пейзаж. Да. Что мы сначала будем делать? Намазывать маслом? Намазывать маслом. Хорошо, намазываем маслом для начала, да? Да. Масло, которое надо открыть. Ну, это просто обычный бутерброд, который мы просто решили приготовить в машине возле Почему? Маминой работы. Почему именно в машине? Потому что здесь отлично. Потому что ты так захотела, скажи правду. А еще я так захотела, здесь отлично, есть свет. Да. На улице темно. Тут жить можно вообще, да? Да, тут жить можно. А еще мы бы не обошлись без столика. Который у нас тоже есть. Который у нас тоже в машине имеется. Просто переворачиваем кресло и все. И у нас там столик. И у нас здесь столик выходит. А во всех машинах есть такой столик или нет? Не во всех. Есть только в специальных машинах. И тайничок есть тоже в специальных машинах. Тайничок? Да. Маслом мы намазали. Следующий шаг какой? Мясо? Мясо. Где мясо? Вот мясо. Тоненько резать? Тоненько. Хорошо. Папа. Что? Пленку отрежь сначала. Я и пленку сначала отрежу. А мне, дай мне. Ну на, попробуй. Как колбаса? Угу. Такое ты хотела? Потолще резать? Да, потолще. Потолще? Угу. Девушка, которая любит потолще отрезанное мясо. Ага. И ты нам расскажешь, насколько он вкусный? Оно очень вкусное. Очень вкусное. Угу. Одного бутерброда, я думаю, будет вам достаточно. Пока не наемся. Да, салфеточка для того, чтобы потом что? Вытереть? Руки. Ну, какие ваши ощущения? Очень вкусное. Очень вкусное? А еще у меня вкус черный хлеб. А ты говорила, что ты не ешь черный хлеб. А он потому что невкусный. Он невкусный? Да. Ну ладно, ешь уже. Для бутерброда сойдет? Для бутерброда, да. С маслом. Твоим любимым. Но не понимаю. Так вкуснее? Угу. Кстати, это не чувствуется. Да? Маме понравится такой бутерброд? Да. Ты ей намажешь? Оценим. Нет, вот здесь, пожалуйста, над столиком. Я потом твои крошки поубираю. Хорошо? Угу. Чтобы мышки не завелись. Мышки не заведутся, не бойся. Ну, хорошо. Если только я бутылочку воды. Бутылочку воды вашу. Для антуражу. Вот сюда поставим, да? Да. Вы, по-моему, неправильно пьете воду. Ну, как? Здесь вообще не чувствуется. Так. Понятно. Кушай свой бутерброд. На. Вот я тебе говорю, над столиком. И переверни бутерброд правильно, а то колбасу всю потеряешь. И масло будет невкусным, да? Все, наелась? Нет. Не спеши. Нажимал, быстренько нашла. И что? И еще ей приготовить? Это надо успеть. Ты проголодался? Угу. А что, мы же чуть-чуть гуляли, ты же борщ ела дома. Бабушка приготовила вкусный украинский борщик, да? Украинский я люблю. Красный? Я люблю из детского садика борщ. А что? Потому что там вкуснее. Жидкий такой, да? Нет. Там юшки больше? Там редиски больше. Редиски? Туда редиску кладут в борщ? Да. Да? Что, тебе еще кусочек мяса отрезать?
Угу. Просто. Без хлеба. Угу. И масла. Ой. Это ты ногами толкнула. Ой-ой-ой. Да кушай над столиком, а то опять колбасу свою уронишь. Мясушку. Ой, как хорошо, когда в машине есть нож и еда, да? Угу. Дайте салфеточку. Прям ребенок доволен. А это самое главное, да? Потому что у нас все, чтобы была Кирочка довольна, да? Тебе вот пожирнее отрезать? Нормально. А? Нормально. Может, расстегнем куртку? Ну, расстегни, раз тебе жарко. Хватит тебе такого кусочка? Угу. Я бы даже сняла. Сняла? Угу. Ну, снимай. Куда тебя девать-то? Угу. Ребеночек. Худышечка ты моя. Очень мясо. Вкусно здесь в машине. Акционное мясо. Покупайте Пятерочки. Да? Угу. Акция 48 рублей за 100 грамм. Нет, 100 миллиардов за 100 грамм. Ну, вообще-то 48 за 100 миллиардов у нас мама бы... Обвела. Это плохое слово. По жопе бы дала тебе и мне сразу. Ну все, прощайся, любительница. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока. О-о-о! Потоп. Ну, у нас есть салфетки, купленные в фикс-прайсе за сколько? 50 рублей? За 50 рублей. Все, говори всем пока-пока еще раз. Пока-пока. Подписываемся, пускай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А пусть потоп уже больше не будет. Да. Ну, замажем этими лайковыми маской стол. И у нас больше не будет потопов. Хорошо.